Всем привет. Приехал с Антоном на подводную охоту. Тут этих гидзёв, или как их там, овод, или как их там называют. Ух, ё-моё. Их тут просто кишит. Я вот в будке спрятался. Ладно, быстрее залазь, залазь, залазь. Быстро. Ты порвал их. Не сильно руками. Короче, не знаю, что делать. Блин, у меня ни шорт, ни футболки, только костюм, блин, а его надо в вода, чтобы одеть. Ну, короче, сейчас как-то разрулю, одену и буду нырять. Ну все, ждите. Thank you.
Закончилась, короче, подводная охота на сегодня. Молния с грозой, там и дождь. Там так жестко валят молнии, просто капец. Я под водой даже слышу. Блин, все в песку. Их тут дофига. Так поналетало. Я уже убил штук 100. Ладно, шучу. Штук 30 точно. Ого. Это мало.